20 этаж. И Андрей. Уже можно. Привет всем! Мы ведем влог. Это я, Ксюша 88552. Это Андрей 005. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сегодня мы обсуждаем тему. Давай. Пойдем, как не плевать в карты? Подписчиков. Так вот, всем пока, ставьте лайки, всем удачи. Играйте в карты и не мухлюйте. Всем привет, дорогие друзья, мы с вами находимся в Анапе. Вон там у нас находится Красное море. Мы с друзьями загораем в автобусе. Вероника уже загорела, и она просто в эйфории. Смотрите, новые города. Ой, к нам подходит кондукторша, сейчас нам с ней надо будет расплатиться. Сколько проездов? Ой, так вы до 11 микрорайона едете? Надо было на 50. Смотрите, счастливый билет. Ха-ха, наебал. Что ты тут все объезжать? А ты хочешь вот так вот поехать, что ли? Проси! Андрей, ты вот так вот хочешь поехать? Почему? Вы заколебали меня, как хоть так и ем. Так, да, так. Поделите, пожалуйста. Я хочу спать. Иди нахер, Андрей. Йогуртовый? Йогуртовый есть. Есть йогуртовый. Опа, такой йоу-йоу-йоу. Выпрыгай. Да у меня ноги что-то дрожат, я не знаю. Я тоже ноги дрожат, ты читать за тебя же. Я одному не хочу, вдруг я умру, и это, ты меня спасешь. Чё? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Космонавтов. Пойдем снимать видеовлог. Погнали, погнали. Батарейка! Батарейка!
Итак, друзья, на сцене появился отряд с названием отряда, который они сказали, это секрет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на самом глубоком озере, море в мире. Посмотрите. Да, вот так вот живем. Играем здесь, это наш курорт. На все это Андрюхина штука, так что лови, Андрюх. Вообще, знаете что? Попали, да? Тимур! Что там огромный?
А сегодня... Я люблю своих детей! Я веду завтра их на паралию! Веду их на паралию! Делай плюс! И люблю, а я обожаю бородатых! Кула, братан! Я знаю. Нашел, когда что? Вообще долбоёба, да, Харли Ценри? С голосом. Жируха, слышите, что творит, а? Туза, пацаны! Пойдемте, пацаны, по лагерю! Пацаны, давайте вместе! Раз, два, три! Идем дальше! Привет, как дела? Как тебя зовут? У меня голос болит. У него голос болит! Здорово, ребята, как вас зовут? Меня Таймур, Амир. Идем дальше, пацаны. Так, это фонтан, я вчера туда ссал. Вот такой вот я, сука, блять, урод. Вот розы, которые я вчера отбирал. Вот, сука, скамейка, которую я трах. Вот ежик. А вот, здорово. Пацаны, я хочу, короче, сорвать вот эту, короче, розу. Вот эту хочу сорвать я. Подожди, иди сюда, иди сюда. Это не фотка, да? Это Мария, подожди. Блин, видит твое лицо красиво. Вот это Мария, пожата. И я ее стесняюсь. Ладно, все. Иди сюда, как тебя зовут? Не бойся, это видео. Соня. Я кто, знаешь? Карен. Меня все знают, ёпта, давай. Это я вас догоню! Меня боятся, лёх. Идём дальше, блядь, по сторонам. Пацаны, с вами был Тарун. Таня, пока, пока, пока. Как выручить, блядь? Не туда. Антоха, брат! Антон! Это Тоха, пацаны. Здорово, ребята. Шазам! Блять, дурак, сука! Смотри, как надо. Не надо, не надо, все. Прикрой. Бесовский хвалит. Спасаюсь от ножа. Да ты задолбал. Трюк, сука. Все пиздюки сыкуют, а я не сыкую. Сильно не кидают, то отскочит реально. Теперь я. Идите в коридор, развал. Погоди, какой красненький. Это платьишко. Это платьишко. А еще что есть? Все. Зачем ты их включил? Снимай. Давайте с этой такой-то. Блин, если я скажу, что мне тяжело дышать, то не Давида. Белый песок наверх, посыпьте белый песок. Это было замечательные секунды. Галина Александровна! Это взаимно. Хотел бы я сказать. Вот Даша нормальный человек, больной, но нормальный. У нас даже дверь не закрыли. Вы у нас закрыли дверь? Нет. Идем сюда. Ты на...
Смотри, если не сказал, пересмотрю. Ой-ой-ой. Нормально, Тарон Альбертович. Сегодня нормально, Тарон Альбертович. Вот мой символ, ёпта, пацаны. А, нет. Кураж, 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 кураж. Всем верно. Мы где не понял, то что они здесь? Ого! А Лока, куда это парень плыл? Я порвала палка Лока. Любви может быть рабом. А я больше не буду с тобой. Я все только закрыл. И смесь объяснив. Снив, снив. Ушел в отрыв. Так, снимает, да снимает. Короче, я украл Андрюхе GoPro и сумку. Идем смотреть лимон! Да, детка, лимон! Заткнись. Вообще не видно ничего, но тут лиман, и он... Она снимает. Я здесь. Миша, привет! Потому что я Егиазарян Тарон Альбертович. Нормально. Я нормально Тарон Альбертович. Пока, пока, пока. Поехали, да? Здравствуйте, меня зовут Тарон. Тарон! Здравствуйте, меня зовут Тарон. Тарон! Здравствуйте, меня зовут Раушан. Раушан! Здравствуйте, меня зовут Раушан. Раушан! Здравствуйте, меня зовут Олег. Олег! Здравствуйте, меня зовут Олег. Олег! Здравствуйте, меня зовут Бахмур. Бахмур! Бахмур! Это была полная версия. Ну, если что-то говорить будешь, то лучше... Фильм про любовь. Алло. Давай снимем. Алло. Фильм про любовь. Фильм про любовь. Люблю кальян. Всегда? Вы что, из них камеру по-братски? Нет. Андрей, ты камеру. Уже начал и херню откопали. Это гоп. Понимаешь? Давай. А, открой, блядь, ты ж качок. О, я умный качок. Показывай. Я в новом месте сам себя мешаю. Знаете, кто мой идеал? Я.
Yeah. Голуби летят до нашей зоны. Батя, она что, снимает? Да. Прикольно. Пойду, водки найду, водки найду. Капица пизданула. Мы сейчас здесь все вместе. GoPro, здорово. Что парень там, не держи в себе. На самых нежных, на самых лучших. Нахуя ты записываешь, Андрей? 54 минуты, это нахуй надо? Ты это что будешь смотреть? Я не буду. А что вы не писаете на костер? Я сейчас пасу, вы отвернете. Перун, дурак. Сосисочная у Тарона. Приходите. Ты услышишь звон и не знаешь, откуда он. В голове батон и не знаешь, что там делает он. Это прием. Да мне вообще насрать, я гэсовский. И не знаешь, откуда он. Да? В голове батон. И не знаешь, что там делает он. Это прием, это прием, это прием. Отдыхаем хорошо. Она уходит, станет, заставляя оставлять все на потом. Влад! Влад! Да! Привет! Привет! Услышишь звон и не знаешь, откуда он. В голове батон. Олег, ты сожжешь, отвечайте. Вода, море, ух, красота. Ты где-то на работе. Вот это дела. Но ты смотришь в свое оконце и видишь, как ярко светит солнце. Ты услышишь звон и не знаешь, откуда он. Хорошо, постоянно меняется. И не знаешь, что там делает. Как это выключить? Да мы не смотрим на себя, дурак. Ты мне скинешь видос, где я в туалет пошла? Что там? 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 Кого? Да. Ебать. Могу прошка. Не плевай, не на меня, иди слышь. Вот мой малыш готовит мне пельмешки. Здравствуйте. Блять, второй человек ко мне. Вкусно? Вкусно. Очень вкусно, друзья. Заходите к бабушке Ксюше, попробуйте. Рузан, я Артура обещала, что я с кем-то не буду. Так со мной можно. У нас в клубе. Домой? Давайте пустые бутылки выкинем. Где водка? А давайте это смонтируем, потом выложим. Это насколько вы вообще? Я ее понимать не буду. Скажи привет на камеру. Всем привет, дорогие друзья, с вами Петрон, с вами продолжаем играть в Minecraft Virus 1.3.7. Ты обещала мне пока не пить? Ладно, похуй здесь подпишу. Все, все, все. Снимай. Знаешь? Аватар. Еще, еще Петян. Она горячая. Ебашь ее, Петян. Да, вот еще немножко сгущенки. Вот так вот. Это сгущенка, кстати, бля. Разная цена. Он все равно замажет диалоги и только музыку. Это да, сука. Максим Дейс, блядь. Пельмени с водкой, это вкусно? Слышишь? Давай бей ее, да. Я иду, короче, и этот пацан всегда идет навстречу к мужчине. Возьми ее в руки. И целую. Это будет пиздатое видео. Отвечаю. Короче, это будет начало видео. Наверное. Привет. Ну нормально, чё. Вон тут человек 10 собралось всего. Вот сидим, пьем чай. Пожалуйста, блядь. Да пошел. А, фу, пиздец воняет. Ну так, сорян. Да ну нахуй! Я больше не пью.
I'd still make it. Хай-хай. О, Влад. Алло. О. А, окей. Ладно, я пока Андрей. Заплати, потом платит. Короче, пятеро. Все, поехали. Другой раз. Мигает, значит работает. Что выключить не вообще не прислонить никуда. А лизать? Лизать то, что лизать. Туалет, да? Так, сейчас мы... От души! Погнали! Стой! Уйди нахуй отсюда! Уйди, что сказал! Я на вершине мира. Этой высотки. Какая красота. О, привет! My life, my rules. Ой, блядь, острая хуйня. Как порезал. А что вы делаете? Ничего. Жарко. Я на самом деле не сплю. А вы ебаться будете? Я что, не раскусываю, что ли, вашу? Ты что, не хочешь немного заработать? Да чё? А потом Андрюха это вырежет и будет красиво. В замедленном виде. И музыку поставит эпично. Тимур, ты чё там, бумагу шёшь? Ты противная. Фу. Да она стрёмная вся эта рыба, никогда её не ем. Ты где галошу взял? Не уступай сюда, ёбаный. Да хера ты сюда иди! Маленький, уходи отсюда! Где меня ешь? Вы, между прочим. Там дождь. И чё, ты чё, слабенькая? Где Тарун? Да блин, ты не по тебе, что ли? Ты чё, уебал? О, привет! Что он ест? Мышку? О, что он ест? Он ест мышку! Блин, жалко, конечно. Жалко, что я! Илья! Стой! Стой! Она без огурца! Ты пиздишь!
Ты ёбнутая! Убирать будешь? Ты даже голову рыбы не ешь! Диги-диги-диги! Этот трюк я делаю, ну, там, за друзей, за кашу, за Мишу Мавашу. За Женьку вон ту, вот видите, красотка. Ну чё, Лёля, ну чё? Да мне не страшно. Нет, ничего не страшно. Я ничего не боюсь. Я башка. У нас покухи. У нас покухи, дыровухи. Так, чё здесь такое, да? Ну, Раушан сказал, надо, походу, прыгать. А? Блин, а что ты страшный? Ну, мне не страшно, ты понимаешь, да, мне не страшно. А куда прыгать? Не знаю. Так. Там, ну. Поймали, братан! Дрель были, затраливали, кашу ману, зажим гуману, да, Раушан? Все, прыгать уже будет. Блядь, страшно. Давай, все. Дай, отойди нахуй только. Давай я буду тебя снимать. Нет, отойди нахуй, я хуйню вот так. Я, блядь, ну. Давай, все. Отойди подальше, вместо кучи, я не боюсь. А ты прыгаешь со мной потом? Ты тебя понял? Ладно, погнали. Андрей потом сплеет, типа, я не боялся. Ну, ты так туда вообще высоко, ты еблан. Я прыгал уже. Сейчас, Андрюха, музыку какую-нибудь ставь. Красивую, будет заебись. Блять, я что, такой смелый нахуй что? Откуда ты, блядь, что же? А? Да я знаю, это что страшно. Сколько стоит? Да ёб, да ты страшный, блядь. Блять, ты это скользкая, боюсь, я лучше рушен. Блять, сколько, 3 минуты уже ломаюсь, прикинь? Давай уже. Блядь, да ёбаный рот, что-то настроение нет. Пойдём обратно. Всё, не будешь? Буду. Блядь, тут скользко. Сейчас я, блядь. Папа! Запомни, кто папа! Блядь. Я. Вот Андрюха сказал прыгнуть. Блядь, я вот об этом и говорю, нахуй. Не боюсь сейчас прыгнуть. А вода по асфальту рекой. И неясно прохожий в этот день, не погожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожей на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Я у вас сам. Здорово всем, мы начинаем самую классную смену. О, вот это Алина. Yeah, baby. Oh, suck my dick, baby. Yeah. Оля, Оля. Мне 36 лет. Я занимаюсь дайвингом.
Да, бик куп, кутлер, пищулар. Без хазер, ашарга. А, Инстаграм! За 5 тысяч сил. Не, не все вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами Гефест. Короче, обозревайте комнату. Смотрите. Короче. Сука, отойди, давай, блядь, уходи. Ой, смотри, здесь. Еще шум возьмет, да? Меня ничем не пахнет. Андрей, я сейчас эту камеру тебе. Воу! GoPro, и он вообще даже не узнает, что мы его брали. Открой глаза. Ну или сними. Всем привет, короче, мы на дискотеке. То естественно, то не безобразно. Не, они сухие. Сегодня второй день лагеря. Хочу дать вас интервью. Как вам в лагере? Что понравилось за два дня? Я испачкал свою футболку. Ну ее же можно постирать. Она не отстирывается, вот эта краска. Ну можно же белизной. Краска не отстирывается. Можно же белизной. Нет, все. Нет футболки больше. А еще, а мы живем в домике, опять соломку сломался. Но у нас туалет сломался. Покажите, пожалуйста, ваше движение. Тектоник, тектоник. Это тектоник 2014 года? Нужно научить курсы там. Давай, повторяй за мной. Нет, но это надо... Это же надо в специальной форме как бы. Вот так, вот так. Еще раз так. Класс. И бокс. Виолетта. Виолетта, что вы можете сказать про второй день лагеря? Второй день намного лучше первого. На самом деле, сегодня даже как-то веселее и дружелюбнее. Вы знаете, что туалетная бумага... хотят повысить свою стоимость до 7 рублей. Как вы к этому относитесь? Нормально. Слышно, как кто-то смывает унитаз. Я отлично умею позировать на камеру. Больный. И веселый чувак. Пять. Ганг дам. Вначале лицо нужно промыть. Ну как жопу, да? Много давить не нужно. Я там посрал, не смыл. Так, теперь усы. И вы в ахуе все стоите, я такой... Вначале нужно прямо вот так греть, да? Просто пинную башу надо. Потому что настоящие мужики не пользуются... Не пользуются... Сейчас я вас научу, как бриться... Это самая легкая часть. Сыху ебаный. Мужик стоит такой, пасать не может и говорит, давай сыху ебаный. Все, первый слой готов. В следующем кадре я уже брею себе жопу там. Смотри, тут моя кровь. Это моя кровь. О, давай. Все смотрят, как я бреюсь, давай тоже. Кровь. Теперь преображение человека. А я могу лого связнуть. Чего бы ты засмущался-то? Жопа! Это бессмысленно, испортит твою. Все равно музыка будет. Вот то, что я сейчас говорю, я могу говорить хоть чего. Все равно будет музыка. Вот Тимур долбой. Никто это все равно не услышит. Всем привет! Это Майнкрафт. Сегодня мы
будем учиться делать вату. Я с вами Маша. И сегодня она будет учить вас как диджей. Танцорная музыка будет. Ох, я так сексуально, мои руки в кофе. Сколько пчел наверху? Давай там заведем кого-нибудь и закроем. Верник, работай на камеру. На камеру. Покажи мне страсть. Страсть. Отчаяние. Грусть. Секс. Алена Валерьевна, привет! Небо поможет нам! Небо поможет! Приветик! Итак, дамы и господа, мы начинаем матч века! Против тех, кто восстал! Кто-то пострадает! О, бля, поехали! Пошли на поле, побежали! Можно еще раз давайте? Таня наказали. Таня за то, что она Таня, меня за то, что я уезжаю в Казань. Все данные мне театральные. Таня меньше досталось. Таня меньше досталось. Давай повторим. И там играет феминистский панк. Беги! Андрей вообще чертофан, по-моему. Вот, Тимур тоже чертофан. Чертофан. Это чувак, их родственник. Первая команда, короче, на 500 рублей вы можете заказать что-нибудь. Блин, не видно. Еще встань. Давай. Один. 10:00. Пацаны. Мне не понравилось только уборщица. Последний день лета, 2015. Я, короче, хочу срать и есть. Надо будет домой приехать, пожрать и посрать. Не было печали, просто уходило лето. Не было разлуки, месяц по календарю. Печали.